Ерлан Идрисов принял участие в министерской встрече стран-участниц договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Австрии. Глава МИД, выступая на заседании, призвал международное сообщество поддержать глобальную инициативу главы нашего государства «Манифест «Мир 21 век», направленную на построение к 2045 году, столетию ООН, мира, свободного от ядерного оружия и войн. Кроме этого, в ходе мероприятия руководитель внешнеполитического ведомства провел ряд двусторонних встреч. В частности, Ерлан Идрисов обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано практические вопросы сотрудничества, в том числе реализацию соглашения об учреждении в Казахстане банка низкообогащенного урана.